Е. Ой, какая у тебя страшная рука. Так, подожди, а... Я не хочу туда идти, там какой-то чувак сидит. И он шевелится, это главная проблема. Уж лучше дохлые чуваки, чем живые. Вот еще какая-то хрень написана. Давайте почитаем, что тут за говно пишут. Блин, опять что-то письменные показания под присягой, данные перед советом директора заслуживали... Я просто не хочу время тратить лишнее. Но это нужно читать, потому что я не пойму. Угу. Хорошо. Так, отлично, идем. О, кровавый след, как я и говорил. Давайте туда пойдем. Ну куда же нам еще идти-то? Конечно. Где куда красная хрень? Твою собака, блин. Чей-то security room. Там чувак сидит, там чувак бегает. Куда мне идти-то? Я не знаю. Это кто? Ой, ёб твою, что это с ним? Это эльф. Ой, я даже не знаю, с кем это сравнить. Мне кажется, вот это... У них... Они какие-то все странные. Так. Кто там в сортире сидит? Никого? А где уборщица? Витнес. Что это такое? Игра такая выйдет, по-моему. Я ее тоже хочу пройти. Ну, точнее, она суперсложная, или как так она называется. Сик, чё? Эта дверь открывается картой доступа. А карта доступа у того чувака, который только что убежал, да, я так понимаю? Давай, эй, парень, открывай, я хочу тебя начистить твою задницу, давай, нет тут. Мы и на это... А это он, да? Он сам боится, по-моему. Документы почитаем, что тут у нас написано. Джи, забываю. Полное... уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении. Медленные действия со стороны корпорации метров не требуется. Потенциальная прибыль проекта Mobile Reader остается чрезвычайно высокой. 4 несчастных случая содержания достаточно противных данных. Сотрудники либо судебное разбирательство, а в случае должного обращения со свидетельствами, делающего невозможным. Проект Mobile Reader остается рискованным начинанием и может... повлечь дальнейшие потери, как и в других случаях. Интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначительный, что вероятность любого судебного преследования представляется исчезающей малой, да. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как морфогенетическое кондиционирование приближается к... Что такое морфогенетическое кондиционирование? Название такое еще замороченное какое-то. Тут батареек нет. А сколько у меня их, кстати? 3. Ну и в жопу тогда. В член нужны эти батареи. Ну вообще они нужны, честно вам скажу. А вот тут я не был. Что-то тут забаррикадировано все. О, батарейка. Что это было? Дверь закрыли. Ну все, хана, кто там закрыл? Иди сюда. Давай, иди сюда. Кто это сделал? Кто? Ты? Ну, по делам тебе. Чё, в подвал, что ли? Ну, в подвале по-любому карта доступа есть. Все самые ценные вещи хранятся в подвале из фильмов ужасов. Если вы знаете, то, как всегда, для того, чтобы что-то открыть, нужно идти в подвал, потому что там всегда так. Да. Ну что ж, мы делаем решающий шаг. Эть! Странно. Ну, значит, на обратном пути жди сюрприза. Чё, я их не заметил даже. Блин. Все, у вас спокойно. Да, смотрите-ка, они, наверное, безобидные. Чё, нельзя туда пройти? Или можно? А, можно, да. Нормально, чё, нормально. Слушайте, а знаете что? Я понял, когда... Твою-то, это что было? Я ничего не нажимал же. А, вот, смотрите, когда дверь рабочая, то видно, написано, что нажмите, допустим, какую-то кнопку мыши. Вот там чувак, я надеюсь, он дохлый, да?
И назад, назад, назад. Да, он дох. Ладно. Я, походу, взял эту карту. Таб. Список предметов. А подкат здесь можно делать? Нет. К сожалению, нет. Ну, ладно. Так, а вот сейчас... Нет, смотрите, они на меня не набрасываются, я надеюсь. В любом случае, лучше прибавить. А если я вот так буду сидеть, ждать, время, интересно, будет длиться быстрее? О, минутная стрелка, секунды, часа, эти стрелки будут двигаться или нет? Бляха, муха. Он мне урон нанес, что это было? Добей его! Сволота. Фу, ну ладно. Нормально, это мы переживем, ничего страшного. Но скримеры — это самое фиговое, что есть в гребаных играх. Потому что они, ну, тупо пугать людей неожиданностью. Ну, допустим. Теперь у нас есть... Может, я спешу как-то, я не знаю. Потому что мне какие-то подсказки все время подозрительные делаются. Ну, смотрите, кто-то выбегал оттуда. Чпоньк. ЛКМ. Завались. О, тут можно запереться даже. Так. А чё, тут больше ничего нет, что ли? Чё? Спрятаться. Зачем мне прятаться? Мы будем взламывать страницу чью-нибудь. Какой-нибудь социальной сети. Давай. Взлом пошел. Я так обычно и делаю. Но тут приходит батя. Ты чё, офигел? Мою страницу ломать. Потому что у него куча порнухи. Ну да, в подвале, а куда же еще? Спрячьтесь. А, да. Надо же спрятаться. Они же здесь не зря стоят. Чё? А, так, ну все ясно. А если я сейчас выйду, что будет? Как вы думаете? Мне кажется, ничего не будет. А, не понял, а если я спрятался бы в соседний шкафчик? Не, ну по сути там логика игры, она обычная. Там, наверное, всегда так. На самом деле... Ну и чё? Ну все нормально, значит. Не, я отсюда нафиг не вылезу. Блин, а он тут и будет ходить? Не, вроде все нормально. А тут, слушайте, а тут сохранение-то есть, управление, движение вперед, пригнуться, левая кнопка мыши, правая кнопка мыши. Че я читаю вообще? Так. А, блин, я забыл, что я хотел посмотреть. Твою... А, сохраниться я хотел посмотреть. Может, F5 тоже? Сохраняется, нет, как вы думаете? Что-то темно стало. А, да, он же вырубил это. Электричество. Это сюда нам, куда же еще-то, блин? 4 батарейки. Это хорошо или плохо? Ну, скажем, это не круто. Что тут у нас? Твою ты... Быстрее читай, быстрее! Там какая-то музыка заиграла. Тема гипноз. Исследование. Неважно. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда уснуть при указании... А, указании пальцем. Мисс Джексон и... Ну да, в морду дал так пальцем. Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в стадию глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано, учитывая выражение ее ранее страха перед любыми видами огнестрельного оружия, разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна, пользуясь любыми возможностями, способом, а в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет, вызреть в нее. Ей было внушено, что она испытывает гнев такой силы, что, не задумываясь, застрелит... Ну, все тут ясно, что опыт ставили над людьми, в принципе, ничего нового.
А вот музыка, мне это не нравится. Почему она такая тут? А почему музыка такая стрёмная? Как будто... Не знаю. Так, чтобы перескочить через какой-либо... Нажмите пробел. Вот это что? Так, что тут? Storage room, electric room, machine room. You hers. Или что-то как-то коряво написано. You... Да. Не могли текстурки получше наложить. Так. Элевест. Да ёптить. Музыка такая, как будто за мной кто-то наблюдает. Короче, смотрите, если я здесь... А, вот выход, это выход. Значит, я могу пробежать прямо. И направо. Ну что ж, приготовились. Нам бы просто... Скотина! Твою ты... Ну все, короче... Ну все, теперь я буду молчать. Блях ты, муха. Ну и что это за... Трэш. Давай ты, ёптить. Да хрена так хлопать. Нафиг я это сделал. О, батарейка. Не показался ли шум какой-то? Подожди, подожди. Шум, типа, да, привлекает внимание, а так? Или можно выходить с ним? Блях ты, муха. Надеюсь, это... Нет, это не жиробас, это вот... Собака. Это какая-то скотина тоже пришла сюда. Так, спокойно. Если что, надо бежать налево. Нет, выбегать налево и бежать прямо. Мне кажется, этот чувак будет проверять пару шкафчиков. Нет, смотрите-ка. Он оказался таким же тупым. Ну ладно, допустим. Короче, если что, надо бежать влево и прямо. И там налево, и, в общем, там выход. Там за этой стеной и вверх подняться можно. Так, мне сказали две хрени какие-то включить. Он ушел, да? Это что, одноглазый какой-то? Не помню, сюда идет. Ах ты, ёптать, как батарейка быстро садится. Я в шоке. Ёптовая. Блин, ну он же сейчас... А что будет... А, если он откроет этот шкафчик. Правильно, нам надо будет бежать. Слушайте, а что же мне делать-то? Блин. Ладно, надо выходить, короче. Он там стоит... Я не вижу, как... Это такое? Да ёб твою дивизию. Может сюда нафиг спрятаться? Блин. Только бы он сюда не шел. Короче, надо за ним прям идти потихоньку.
В общем, он будет все время тут ходить. Как я понял. И надо вот так вот потихоньку, потихоньку, потихоньку. Но если он даже побежит за нами, это, наверное, лучше. Он тем самым ускорит наш шаг. Куда он делся-то? Блин, вот это самое фиговое, я даже не знаю, где он. Смотрите, тут соседняя комната. Соответственно, там есть... Так, тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Да где он, ёптвы?